какой возраст вы считаете молодежью? Лет до, наверное, 25. Для меня это растяжимое понятие, а вот официальных рамок я не знаю, к сожалению. Ну, я слышу то, что приняли закон, что сейчас молодежь – это от 14 до 30. Пока ты молод, надо мечтать. Желательно дерзко. Это очень сложный вопрос. Слишком много вещей, о которых я мечтаю. О зарплате. О хорошей зарплате. Наверное, открыть собственный ресторан. О собаке. У меня есть мечта сделать наш бизнес действительно большой международной компанией, такой как Google. Сделать этот мир чуточку лучше, чем он был до того, как я пришла сюда, скажем так. Я хочу, очень хочу, это моя давняя мечта, создать какой-то фонд именно всероссийский в поддержку детей из детских домов. Важно понять, какая твоя цель на самом деле. Деньги или что-то другое? Машина, дача, квартира, независимость, яхты, полет на Луну, что?